мы медиа. Мы знаем о командоре все. Чем эндуро мотоцикл отличается от спидбайка? Чем кормить лошадей? Какие бывают типы и виды костров? Какие компоненты нужны для опыта фараонового змея? На какой скорости пламя приподнимается над землей? Смотрите! Всем привет! Мы в гостях у мотолагеря. Сейчас у них проходит тренировка на питбайках. Пойдемте смотреть. Чтобы завести мотоцикл, нужно откинуть кикстартер и резким нажатием ноги завести его. Далее выжимаем сцепление. И включаем первую передачу. Плавно отпускаем сцепление и одновременно газуем. Чтобы остановить мотоцикл, выжимаем сцепление и нажимаем передний и задний тормоз. Всем привет! Мы находимся на конюшне, где прямо сейчас у нашего конного направления проходит занятие. Пойдемте посмотрим! Как же оседлать лошадь? Сначала ее нужно почистить. Дальше закидываем седло и пристегиваем подпругу. Затем закидываем повод и надеваем уздечку. Отстегиваем недоустки и идем на тренировку. Всем привет! Сегодня мы в гостях у туристического направления, и сейчас у них проходит занятие по скалодрому. Давайте посмотрим.
Для того, чтобы безопасно залезть на скалодром, нам нужна определенная страховочная система. В данном случае это каска и беседка. Страховка цепляется за карабин со стороны залезающего и пропускается через спусковое устройство со стороны страхующего. Страхующий в перчатках крепится к страховой станции. При избирании на скалодром нужно использовать технику безопасности. Первое – не скрещивать руки. Второе – не держаться за страховку. И третье – долго не висеть на руках. Сейчас мы направляемся к научному направлению. Сегодня они проводят эксперимент под названием «Вулкан Бётера». Давайте посмотрим. Для вулкана Бётера нам понадобится три компонента. Дихромат аммония, перманганат калия, глицерин. Дихромат аммония дает твердое вещество и два газа. А перманганат калия в сочетании с глицерином дает возгорание. Всем привет! Сейчас мы находимся на аэродроме, где проходят занятия у планерного авиалагеря. Давайте посмотрим. Как запускается планер? Планер цепляется к лебедке с бесконечным тросом. За счет натяжения лебедки планер движется со скоростью до 40 км в час. Педаль управляет рулем направления. А ручка управляет высотой и креном вправо-влево.